Но я считаю, что в 21 веке мы не можем допустить войны между такими большими государствами, как США и Российская Федерация. Мне кажется, что нынешнее правительство не допустит того, чтобы конфликт перешел из какого-то устного в физический. И, конечно же, хотелось бы, чтобы было меньше провокаций со стороны Соединенных Штатов. И тогда вероятность того, что холодная война может перейти в горячую, она снизится, мне кажется, на 50%, это точно. Ну, мне кажется, до тех пор, пока Владимир Владимирович является президентом нашей страны, мы даже не будем задумываться о том, что война может сейчас вообще начаться.